последний звонок. Последний звонок для нас сегодня. Последний звонок, и мы свободны. Дорогие выпускники, 11 лет прошло, вы выросли из школы, и теперь для вас, родные, путь открыт. Но мы знаем, этих дней веселых не удастся вам, друзья, забыть. Выпускники, вспомните, пожалуйста, свои бантики и челки, наивные, полные радости 11 лет назад, когда вы пришли в первый класс. Встречайте тех, кто растет вам на смену, и кто напомнит вам ваше 1 сентября. Старшеклассников родных в дорогу проводить. Чтобы поступить могли вы, вам потребуется силы. И поверьте мне, друзья, без воды никак нельзя. Непростая эта вода, из нашей школы-то она. И второй подарок вам тоже необычный. Возле школы дали вам, должен пригодиться. Пусть будут прямыми все ваши дороги, всегда вспоминать свой первый урок, и школьных друзей, и своих педагогов, и этот последний прощальный звонок. Знаете, в надежных руках будет школа родная. Вы можете смело по жизни идти, попутного ветра. Мы вам желаем здоровья, удачи, успехов в пути. Чтобы помнили вы долго свои школьные денечки, от души вручает первый класс вам сувенирные звоночки. Плачут девчонки, мальчишки вздыхают, мамы тихонько слезу вытирают. Кончилось детство, как птица вспорхнула, взрослая жизнь нам в глаза заглянула. Белая сирень нам машет, словно птица. Последний школьный день, он в прошлое учится. А мы сейчас сойдем со школьного крылечка. Милые выпускники, думается, вы вспомнили себя первоклассниками с большими букетами цветов и новыми портфелями. А на пороге вашей школьной жизни вас встретили ваши первые учителя: Агаркова Ольга Владимировна, Шрубченко Елена Ивановна. Свое напутственное слово говорит вам тот, кто познакомил вас со школой, кто научил вас писать и читать, думать и мечтать, верить и любить, кто дарил вам свою нежность и душевное тепло. От имени первых учителей слово предоставляется Агарковой Ольге Владимировне. Дорогие мои друзья, сегодня для вас в последний раз
прозвучит последний звонок. Совсем недавно вы пришли в первый класс. И вот стоите уже на пороге выпуска. Я помню вас маленькими девочками и мальчиками. Вы все стремились к учению, радовались успехам и огорчались, если у вас что-то не получалось, а порой даже и плакали. И вот пролетело это время, и вы стоите на пороге новой школы, взрослой школы жизни. Возьмите, пожалуйста, из детства все самое лучшее. Уверенность в себе, уверенность в мечту, желание быть первыми везде и лучшими всегда. Я уверена, что у вас все получится. Вы хорошо сдадите экзамены, поступите в те заведения, которые вам хочется, в добрый путь. Я уверена, что из вас получатся настоящие люди и граждане. В добрый путь, счастливо. Всего хорошего. Когда впервые прозвенел звонок детсадовским девчонкам и мальчишкам, то начали вы первый свой урок от всей души, а не по умным книжкам. Легко идти по школьным этажам. Здесь все такое близкое, родное. За школьный мир, открытый малышам, за доброту. Спасибо вам большое. Первый класс – это старт, лишь начало дороги. Это к будущим взлетам, надежный трамплин. Ну а дальше вперед, от урока к уроку, а последний звонок – старт для новых вершин. И на этом пути по ступенькам познаний, словно штурман по курсу в Седом океане, рядом с вами надежный идет проводник. Слово предоставляется классному руководителю наших выпускников Савиной Татьяне Владимировне. Пятый класс пришли. Друг к другу привыкали постепенно мы. А время шло, часы летели, дни. И вот прошло 7 лет, с тех пор, как встретились. Ох, сколько нами пережито, страх, победы в спорте, конкурсах и поражения. Бывало, вместе топлим их в слезах. Претензии, упреки и сомнения всегда делили. С вами мы на всех. Командный дух. Вот главное отличие. А с этим ожидал нас везде успех. Ребята, боже мой, когда ж вы выросли? Я думала, мы вместе навсегда. Сегодня поняла, что все закончилось. Не будем вместе больше никогда. И пустота, ничем не заполнимая. Не знаю я, как буду я без вас, ведь вы мой лучший, вы незаменимый мой. Ведь вы мой самый-самый классный класс, и знайте, не плакать. И знайте, что загадано, то сбудется. А я мечтаю только об одном, когда судьба вас разнесет по свету белому, а вас, чтоб говорили, лишь с добром, чтоб вы всегда в минуту жизни трудную не прятали лицо и шли ветрам назло, чтоб были бы собой, как в годы школьные, и каждому из вас, чтоб повезло. И как бы вас, ребята, жизнь не мучила, как не хлестали бы ветра в лицо, вы знаете, я люблю вас, и запомните, подставлю вам всегда свое плечо. Сейчас же впереди у вас экзамены, так дай вам Бог удачи и ума. Ну а сегодня в добрый путь!
и с праздником! Счастливого пути, ни пуха, ни пера!